может быть и интересно. Ну, в общем, одна из последних атак. Динамовцы как раз в атаке. Четвертое звено. Косинчук. Передача на Сопина. Косинчук пытается затолкнуть шайбу, но практически из-за ворот. Бросок. Гол! За 7 секунд до конца Динамо забрасывает третью шайбу. Которая была год назад. Отличное подправление. Был бросок от синей линии. Вот задержался Виктор Тихонов за воротами Ежова. Что он там делал, непонятно. И Косинчук подставляет клюшку. И шайба оказывается за спиной Ильи Ежова. И Сопин сделал результативную передачу, как и в первом матче. Решает, практически решает исход матча. Четвертое звено. Звено, где играет два игрока, которые в этом сезоне, ну...